и одиночестве, внутреннем мире и окружающей действительности, людях и животных. Коллективная выставка московского фотоклуба «Новатор» под названием «Свободная тема» показывает самые разные стороны жизни. Снимки авторов из России в Гродно демонстрируют не впервые. В этот раз экспозицию представили в культурном центре фестивальной. Мы убеждены, что талантливые люди должны расширять обязательно свои границы, и радостно, что именно Республика Беларусь, в частности Гродно, стала вот именно таким благодарным слушателем, благодарно принимает творческие коллективы из Российской Федерации. Мы, в частности, также рады всегда предоставить свои площадки в Российской Федерации для именно расширения межкультурного обмена, диалога наших культур. Фотоклуб «Новатор» был организован в 1961 году. И с тех пор его участники не только следовали тенденциям мира фотографии, но и задавали собственные стандарты в искусстве. Вот уже более чем 60 лет в нем находят своих единомышленников профессионалы и любители творчества. Новая экспозиция – это широкая панорама талантов и способностей наших современников. Эта выставка уже демонстрирует последнее поколение, творчество последнего поколения московского фотоклуба «Новатор». И 37 авторов, и у всех свой какой-то жанр, свой вкус и свои сюжеты. У них очень жесткий отбор, очень непросто там быть членом фотоклуба «Новатор». Там и критикуют, и хвалят, и в то же время заставляют всех своих коллег работать вперед. Выставка «Свободная тема» полностью оправдывает свое название. Найти два похожих снимка в экспозиции просто невозможно. Все кадры сделаны за последние 2 года, но внимание авторы уделили разным местам, вещам и явлениям. От городских пейзажей до философского портрета. «Новатор» действительно работает по-новаторски. То есть на протяжении всех этих лет они демонстрируют образцы самого высокого фотографического искусства. Поэтому эта выставка без всяких натяжек самой высокой художественной фотографии. Московский фотоклуб «Новатор» уже более 5 лет связывает крепкая дружба с Народной студией фотоискусства «Гродно». Обмен экспозициями – отличная возможность узнать, чем живут и как видят мир мастера из Москвы. Посетить выставку фотоклуба «Новатор» можно в культурном центре фестивальной.